царь некто Христос. Ах, так значит, это он. Я, признаться, удивлен, я видел сон. Знать в руку он иудейского царя. Здесь впервые вижу я. Ты точно царь? Так говорят. Что значит твой ответ? Это пахнет бунтом. Где твой небесный свет? Местный царь, некто Христос. Откуда ты родом, кто по крови? Я точно не знаю. Родные есть? Нет никого. Я один в мире. Так это ты подговаривал народ на площади разрушить храм? Я говорил, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Зачем ты, бродяга, на базаре смущал народ разговорами об истине, о которой ты не имеешь ни малейшего представления? Что такое истина? Итак, ты утверждаешь, что не призывал разрушить или поджечь. Разве я похож на слабоумного? Ты не похож на слабоумного, так поклянись, что этого не было. Чем же ты хочешь, чтобы я поклялся? Ну, хотя бы жизнью своей. Ею клясться самое время, ибо она висит на волоске, знай это. Не думаешь ли, что это... Ты ее подвесил, Егемон. Я не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Отвечай, ты говорил когда-нибудь что-либо о великом кесаре? Да, я сказал, что настанет время, когда не будет власти ни кесаря, никакой иной власти. Наступит царство истины. Наступит, Егемон. Что значит твой ответ? Это пахнет бунтом. Где твой небесный свет? Небесный царь, некто Христос. И откуда же в тебе безразличие к судьбе? Тебя казнить? Ну, как нам быть? Лучше к Ироду пошлем. В Галилее он царем. Ты там рожден. Пусть судит он.